Всех приветствую! Сегодня хочу поделиться с вами очень эффективным, сильным рецептом омолаживающей маски, которую можно очень быстро и просто приготовить в домашних условиях. Это средство способно разгладить и значительно уменьшить даже самые глубокие и ярко выраженные морщины. Конечно же, в первую очередь от этого страдает зона вокруг глаз, и поэтому часто просят показать подобные рецепты, и именно маска, которую мы сегодня приготовим, отлично подходит для этой области. Ну и плюс ко всему, конечно же, ее также можно применять и на все лицо. Для приготовления этой маски нам понадобится 1 столовая ложка рисовой муки. Ее сейчас можно купить практически в любом супермаркете. Далее необходимо ее запарить для того, чтобы можно было ее наносить на область вокруг глаз. Берем крутой кипяток и добавляем постепенно в среднем где-то 2 столовых ложки. Далее все тщательно перемешиваем, накрываем каким-то блюдечком, крышкой и оставляем нашу муку настаиваться, запариваться где-то на 10-15 минут. По истечению этого времени вы заметите, что рисовая мука запарилась, она стала более мягкой, пышной, пластичной, и как раз пришло самое время добавить остальные компоненты. Нам понадобится 1/2 чайной ложки любого масла, которое у вас есть и подходит для вашего типа кожи. Можно использовать даже самое обычное оливковое, но я в данном случае буду использовать масло шиповника домашнего приготовления. Также для более усиленного и ярко выраженного омолаживающего эффекта я добавляю витамины А и Е, где-то по 5-6 капель. Они у меня в жидком виде, вы можете их приобрести практически в любой аптеке. Но если у вас подобных витаминов в доме не оказалось, то можно обойтись и без них, добавив в эту маску просто 1 чайную ложку масла, которое подходит для вашего типа кожи. Все перемешать, и маска будет полностью готова к применению. Перед нанесением маски обязательно не забудьте сделать тест на аллергию, в особенности, если вы склонны к аллергическим реакциям. Эта домашняя маска, как и любые другие средства, наносится на предварительно очищенную кожу. Делаем упор на область вокруг глаз и на те места, где есть ярко выраженные или глубокие морщины. Там наносим маску более толстым слоем. Также можно ее распределить по всему лицу, как я уже сказала, также нанести на шею, на область декольте, на руки, но здесь необходимо учитывать, что этой порции немного, и если вы желаете использовать не только на лицо эту маску, тогда есть смысл сделать ее немного побольше. Оставляем ее воздействовать в среднем где-то на 20 минут. После этого времени смываем маску обычным способом, теплой водой, прохладной. Далее используем ваши обычные уходовые средства, тоник и любой увлажняющий или питательный крем. Эта простая домашняя маска дает просто потрясающий омолаживающий эффект. Вы это заметите сразу же после того, как ее смоете. Мелкие и более глубокие морщины значительно разгладятся и скорректируются. Лицо будет увлажненным, напитанным, более упругим, и также будет ярко выраженный осветляющий эффект. Эта маска отлично подойдет как скорая помощь, одноразово, если вам необходимо куда-то быстро собраться, хорошо выглядеть. После ее применения вы точно будете выглядеть значительно моложе и свежее. Ну а если вы хотите поддерживать этот эффект, и чтобы он был более ярко выраженным, то тогда необходимо, конечно же, применить это средство курсами. В среднем где-то 1-2 раза в неделю в течение месяца. Далее на месяц-полтора делаем перерыв, и после этого курс можно повторить. А на сегодня с рецептом у меня все. Еще больше полезных и интересных рекомендаций по уходу за собой вы сможете найти в нашей группе в Facebook. Ссылка будет, как всегда, в инфобоксе. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, красоты, и увидимся в следующем видео.